Смотрите, какая красота. Короче, как Сергей сказал, это что-то очень полезное там. В общем, будешь здоров и по-сибирски, ну, как этот дядька крепок. И как эта девушка умный. Спасибо. О, открывается, оказывается. Что тут написано? Жители Сибири, кедр издревле. Вау! Обитель, сироп на совесть. И на его основе взбить напиток вкусный, натуральный. Приготовьте дома. На 44 чашки. И кедровые орехи. Ой, спасибо, Сергей. Огромное. Это, само собой, поедет все домой. Так, как ее закрыть? Все-таки тормознулся тут в Березовском. Думаю, время 2 уже. Надо обедать. Заправка, перекресток Ойл. Вот пока я стоял час, так на ней никто и ни разу не заправился. А нет, это дядька на Жигулях приехал. Погнали. Тут стоянка, тут мы ночевали как-то, даже, по-моему, сутки стояли, загрузку ждали. А впереди нас ждут Кемеровские горки. Стоянка тоже почищена, да, вон трактор стоит, все, видите, все вычищено. Правильно. Кто сюда поедет, если она будет не вычищена? Поехали, Кемеровские горки штурмовать. Мариинска, ну и Дачинска, там уже потом пойдут в основном хребты. На Газку, наверное, правильно. Гора впереди. Разгон брать. Что-то как-то узковато.
садится, а потом просто так ничего тянет. Что-то тучи какие-то, то солнце светит, то тучи. Как кучки. Похоже. Задом сдавать. Все, достроили уже Баринскую объездную до конца. Раньше мы вот туда вот сворачивали и там на основную дорогу выходили. А сейчас уже все по прямой. Последний раз я ехал, это еще участок. Короче, в работе он еще был. Сейчас все красиво. Прямо валишь и выходишь. Сука, тут через 2 километра уже на старую трассу выйдем. Ну, нормально. Вообще тепло, минус 1. Погодка фартит для работы. Дай бог, чтобы так же и дальше было. Хочется верить, что до Красноярска мы сегодня добежим. По идее, должны. А Красноярск отсюда где-то километров 330. Сейчас время 5. Ну да. До региона. Если там будут места, конечно, на том регионе. Ой, здесь развязку сделали. О, тут же мост такой этот строили. Да-да-да. Еще добежали тут. Сейчас вообще все красиво. Один Мариинск только, по-моему, 5 съездов. С любой стороны, с какой хочешь. Вот, Красноярск. 321 километр. Где-то часа 4,5 полета. Это что тут? Денежку просят? Посмотрим. Если что, дам пару рублей. А, не надо. Что-то предлагают. Я только так и не понял, чего. Что-то она так в руке показывала, да? Наверное, сотовый, может, какой ворованный или что? Вот, что-то, видите, показывает. Нет, что-то взял в руки, посмотрел. А может, это помощь кому-то просят? Я не знаю, так что-то в руке, мне показалось, что сотовый какой-то, типа, на продажу. Ну, не знаю. Парень с девчонкой. Вот. Ну, переезд. После Мариинска здесь, да, вот, попали. Сейчас эта железяка проедет. Наконец-то у нас Красноярский край начинается. Или нет? Ачинск 114. Это до поворота 87. 267 до Красноярска. Ну да. А, Ачинск.
ЦУ, да. Ачинск — это уже Красноярский край. Добро пожаловать! Край, который Красноярский. Что, до Ачинска еще, наверное, по-светлому дойдем. Еще солнышко даже не спряталось. Там уже с Ачинска до края, до объездной Красноярска уже по темненькому побежим. Вопрос. Вы видите, что тут местами происходит на дороге? Это уже третий или четвертый я такой вот сюрприз наблюдаю. Просто вот лед и все. Вот влети сюда на скорости, и все, ты ее не поймаешь, и будешь ловить себя там, кукурузы где-нибудь, вот. Сейчас вот стоит тормознуть или вот на педальку, все, пошла гулять. Здесь еще не так сильно, а вот до этого ты вообще на педаль нажимаешь, она на разгон идет, ничего себе. Ты жмешь на педаль тормоза. Что-то вот так и не попадались приколы, а вот за 50 километров до Ачинска уже, наверное, третий. А особенно в потемках в такую штуку залететь. Ого! Да еще если на повороте. И на круизе. Все. Ближайшую кукурузу. Это вот намело. Здесь вот так его накатали. Снег. Превратили его вот в такой вот лед. Днем подтаивает, когда тепло. Вот все, как деревья. Все, перемета не было. И пожалуйста. Плохо, что стемнело. Красавца вам хотел показать. Ачинский глиноземный АГК. В состав Русала, кстати, входит. Как в этом фильме там, да? Золотой теленок. Здесь добывают керосин. Ой, не золотой теленок, 12 стульев. Здесь добывает керосин, и этот там выныривает такой. Черный, так и здесь. Здесь делают глинозем. Насколько я понимаю, это одно из градообразующих предприятий. Так-то еще тут, я посмотрел, заводы есть. Пару штук. Но этот-то комбинат, наверное, самый такой. Ну, то, что с земли достают, это всегда выгодно. Роют. Вон, какой нарыли уже. Гору какую. Ну, это насыпали отвалы. Так я понимаю. Сам карьер-то, наверное, там. А может и нет. Что вижу? Так и рассуждаем. Все, сейчас в Ачинске тормозим. Или тормозим. Что, в принципе, одно и то же. Только надо подумать, либо здесь, либо уже на выезде с Ачинска там. Либо тут где-нибудь на въезде. На стоянку-то не буду заезжать. Какой-нибудь заправке бы притормозиться. Сейчас глянем, вот как раз уже въезд тут недалеко. В общем-то, можно и на стоянку заехать, встать, так потом сказать, что я на выезд. В елку не становиться. Еще время-то 7:30, не так поздно, еще не должно быть там много забитых мест. Не
люблю на дороге стоять, если честно. Я даже вот всегда стараюсь, если на обед куда-нибудь съехать, чтобы не было этого. Это там вот, когда ехал вчера-то в Чанах, Чунах. Просто если бы туда съехал, то фитнес был бы долгим. Рацию можно выключать. Так что, может быть, сейчас, наверное, сразу на въезде, наверное, и зарулим. Встанем только так. По-человечески. Рожок надо пойти почистить, нифига рожка не видно. Олега сзади нервничает, уже тут по рации кричит, что не едем, что не едем. Мешает кто-то, того и не едем. Вон он там. Вам не видно отсюда, зато мне очень хорошо видно. Дает дыму в атмосферу. Слева есть заправка, по-моему, Газпром, если я не ошибаюсь. Сейчас будет. И не Газпром. Вроде Газпром. Газпром, вот, точно. Налево крутить как-то не айс. А через весь город на выезд ехать там тоже станешь, там не станешь. Тут тоже кафе какое-то, вроде бы почищено возле кафе, но ни одной машины. Короче, ладно, не будем тут велосипед придумывать на ровном месте. Красноярск, 167. Поедем вот там. Вправо свернем. Там где-нибудь встанем. Почаевничаем. И продолжим путь. Не, чаевничать не будем. Будем супчик. И второй день у меня все поменялось. Рацион. В обед суп не ел. Что-то не хотелось. Хотелось что-нибудь посерьезнее. Сейчас мы супца завалим. Ой, там место на стоянке еще валом. Так что можно даже в елку спокойно становиться. Готовьтесь через 800 метров держаться правее по главной дороге. Вот кто не давал ехать. Вот, видите, съезжает бензовозик. Мы тут вообще проедем туда на стоянку-то хоть на эту? Должен, наверное. Тоже как это, чтобы не остаться. Куда тут заворачивать? Дальше или здесь? Дальше. А, здесь мойка. Тут, ну, тут такой комплекс, да, тут вроде как, типа, даже СТО какое-то есть. Стоянка вроде как почищена, это хорошо. Не полностью. Но с той стороны еще хуже. Здесь нормально. Ну, относительно той стороны, когда я туда, в прошлый раз туда заехал, с левой там, чуть дальше, налево. Ой, не, уж лучше сюда. Здесь чуть ли не европейский стандарт по сравнению с той. Я, наверное, зря здесь завернул. Надо было вот тут заворачивать, заезжать. Ну, ладненько, сейчас паркуемся.
Надо так паркануться, чтобы потом опять не пришлось тут фитнесом заниматься. Наверное, вот здесь, рядом с этим прицепом, мы и станем. Вроде бы как здесь. Хотя тут везде стрёмно, если честно. Вон уже коллега буксует, наверное. Ё-моё, тут как-то стрёмно вообще где-то вставать. Вон подкидывают. Вообще стрёмно где-то становиться. Не знаю, где тут становиться. Может, здесь попробовать. Здесь вот. В всяком случае, здесь асфальт. О, вот здесь мы и станем. Если что, прогонят, так прогонят. А, тут типа шиномонтаж. А, это шиномонтаж. Это я, наверное, на их территорию заехал. Но там все шлифуют. Там кошмар. Страшно там вставать. Ну, я вот сюда потом и выйду, вот вперед, направо. У них вот здесь работа, наверное, происходит. С той стороны. Может, и тут, конечно, не знаю. Ну, придут, прогонят, уеду. Хоть тут 100% я знаю, что я тронусь. Совсем грязный. А вон, видите, паровоз уже зарылся, вон, его уже вытаскивают. Вон, видите. КамАЗом пытаются вырвать. Паровоз уже зарылся. Сейчас он его с рывка попробует. Видите, там оно раскисло уже. И все. Даже я вот заезжал. Вон как продавил. Чего ж ты так газуешь-то? Не надо газовать. Сейчас он тебя выцарит. Фига, так можно и морду оторвать. Не надо так газовать, зачем? Сейчас вызернет. Во! Все, пошел. Видите? Вот заесть попробую. Все. Ну какая гадость. Это все растаивает. И все, здесь провалится 3 секунды. Вот, тут вот загони туда, чтобы встать. И все, и провалишься. Ой, ну ладно. Мы вроде на асфальте. Так, с машины нормально. Пока никто не гонит. Прогонят, уедем. Вон о чем я вам только что говорил. Вон автовоз уже все, выехать не может. Все, уже буксует, шлифует. И без помощи он уже самостоятельно вряд ли оттуда выберется. Он сейчас яму выроет и совсем утонет. Все, все. Вон, беги, пока КамАЗ не уехал. С бочкой вытащит. Это вот теперь. Это сейчас такая хрень. Когда мороз, так понятно, ты как по этому, как по асфальту по нему ездишь. А сейчас он тает, и все. Беда, может быть. Не беда, а неприятность. Я там никого не наблюдаю. Походу, вообще не работает.
как я хотел выехать, немножко не получится. Бочка заехала, у меня уже колесико сняли. Любимый светофорчик сейчас, да? Сколько тут мы и нам кровушки попили из-за него. Все равно я не согласен с такой организацией движения. Вот что хотите, то и делайте. Но я не согласен. Так нельзя делать. Вот я сейчас налево хочу крутить, а они вот все спокойно направо поворачивают. Ну неправильно. Нельзя так. Что, куда поедем? Посмотрим. До региона доедем. На объездной. На объездной Красноярской. Если места будут, значит там приземлимся. Если нет, поедем дальше. Но хочется верить, что мы там сможем зайти. Сейчас 8:30. Через 100 метров поверните налево. Ну, туда примерно 2 часа ходу. Это значит будет 10:30, ну грубо 11, ну может еще и получится. Факт. Тут, в принципе, это как бы забивает его очень даже быстро. Может и не быть. Сейчас узнаем. 11 вечера, в общем-то, довольно-таки поздновато уже. Гайцы тут что-то крутятся. Наверное, тут даже можно не пробовать заезжать. Это что-то у меня такое ощущение или нет. Что-то тут я не пойму. Есть тут места, нету. Одни так стоят, другие так стоят. Все, нет. Что, нету, да? Нет, места есть, просто пока не будем. А вот этот не может съехать или что? Не, вот так. А если вокруг объехать не получится там? Нет.
Ну, вы сами все слышали, что тут. Давай, туда вас там. А, ну давай, там поставишь. Не? Сказал, здесь поставит. Мне какая разница, где спать. Ну вот, а вот перед заправкой меня ставь и все. Рядом с сервика. Так? Не пойму. Рядом с ним? А, РФ, я понял. Все. Молодец, красавец. Говорит, крутани и сюда мордой стань. Потому что у него РФ этот сервика молотит. Все, видите, нормально. Поставит меня здесь и будем спать. Главное, что здесь все почищено. И мы спокойно с утра тронемся. Вот вместе с этим сервика станем. Прям на асфальте даже. Хорошо, повезло. Поставил. Значит, на сегодня тогда все.